Здравствуйте, друзья! Это у нас первая съемка идет новой камерой GoPro. Мы снимаем в не полных 4K, а 2,7K на 60 кадров. Леонидовна, покрутите вот головой. Лево-право, лево-право, лево-право. Никуда не пойдет? Нет, помаши ручками. Друзья, вас приветствует Анна Леонидовна. Мы сейчас пойдем на улицу. Спасибо, солнышко. Как это не выкладывать? Значит, мы идем по офису. Я хочу сказать, что в этой камере есть стабилизация. Так, есть стабилизация. Вот у нас админ, вот машет вам ручкой, пожалуйста. Только-только настроили. Там история такая. Если бы мы сделали 4K и 60 кадров, то там нету стабилизации. Поэтому лучшее разрешение со стабилизацией, которое можно получить, вот мы его сейчас имеем, выходим на улицу. Я вижу, что оно в темноте хорошо. Ну, не в темноте, но с малым количеством света неплохо идет. А у меня пропала картинка, я больше не вижу экран. Ну, это, наверное, автосохранение. Да, да, наверное, там режим такой. Идет. Вот я теперь показываю, ничего не вижу сам. Ну, ладно. Наверное, да, батареечку бережет. Ну что, друзья, пойдем машинки посмотрим. Правда? Да. Они же там ездят. И я иду. Я себе представляю, как скачет картинка вот на моей камере, которая GoPro 3. Ну что же, смотрим. Мы купили самую лучшую карту, которую надо было купить. И громадное количество проблем, связанных с камерой GoPro, упираются в карту. Вот сейчас только соединили с GoPro приложением на iOS камеру. И приложение сразу попросило проапдейтиться. Так. Мы ее проапдейтили. Я там почитал, что много багов пофиксили, и импрувментов много было по этой камере по съемке. Ну, поэтому будем смотреть. Будем смотреть. Во всяком случае, я вам показываю 60 кадров в минуту с хорошим разрешением и стабилизацией. Вот. Смотрите, машинки едут, я специально сюда пришел, чтобы вы на них могли посмотреть. Что, покрутиться? Ну, так оно на самом деле меньше проблем при съемке, да, так оно с меньшей скоростью идет. А вот если вот так поставить, вот, то тогда они быстро идут. Вот они быстро, раз, несутся. Все, друзья, вот мы посмотрели, это наша первая съемка. Судя по тому, что пишут люди, когда негативные отзывы про камеру, они пишут про то, что батарейка недолго живет, то, что перегревается иногда, то, что... Что там еще было? Вдруг замерзает. Ну да, фризы. Замерзает по ходу дела. Ну, сами понимаете, у нас очень короткая съемка. Мы не можем тут сильно замерзнуть. Ну, в смысле, телом мы мерзнем, друзья. Вот вы думаете, на тут легко ходить, я в одной рубашечке. А сколько сейчас градусов? Наверное, 14-12. Сейчас нам посмотрят на селфоне. Что там у нас на селфоне? 56. 50, да? 49. Минус 32. Где-то 10 градусов Цельсия. Так, я прикидываю, может быть, я не прав, конечно. Вот это известная вам Портнов Computer School. Это туалет, в который просто так не зайти, нужно знать код. Мы все знаем, когда студенты приходят, мы с ними делимся. Так, вот Елена, ну, что-нибудь скажите там, вот, в Минске вас помнят там люди, скажите им что-нибудь. Привет. Хорошо, так, это мудро, не по годам, мудро. Так. Тут у нас что? Тут у нас Наталья Юрьевна. Да, привет. Как там? Всем. Как вообще жизнь, Наталья Юрьевна? Жизнь хорошо, холодно только. Мы тебе показываем в этом в очень высоком разрешении. Высокой четкости. Да, ты разрешаешь нам с высоким разрешением. Я вам разрешаю, Михаил Петрович. Да, то есть, вот. Хорошо. Идем дальше. Так. У нас вообще люди. Что-то офис как-то опустел. Не, куда они все делись-то? Гулять, вот, где наши девушки? Куда они? Которые? Ну, вообще, у нас же есть вот все. Вышли. Кроме Натальи никого нету. Так, а Лариса есть у нас? Лариса? О, друзья, вот у нас Лариса. Лариса – это наша, как сказать, обновка. У нас в школе новый человек. Ларисочка, пару слов. Пару слов о себе или пару слов о школе? О себе, а что о школе-то? О себе.
Вот откуда к нам пришла Лариса, чем она занималась там? Ой, я издалека пришла. Не, ну в смысле, я пришла из, как бы, сейчас в данный конкретный момент из Microsoft'а. Так. Живу в Сан-Хосе. А где до этого работала, до Microsoft'а? До Microsoft'а я работала, называется компания, Забывается, друзья, забывается. Nuance Communication. Да. До этого Tableau, вот. Tableau — это компания, которая занимается Big Data, очень тоже такая. Tableau. Tableau. Так, а до Tableau? А до Tableau в Skype. А, то есть ты Google туда, Google сюда. Да. Так, а до Skype? А до Skype я работала, ну вот, в Nuance Communication. Да. В компании в Окленде, то еще до этого, которая маленький стартап, небольшой, назывался Jitterbit. Ужас какой. Jitterbit. То есть ты уже... А до этого, ну, еще были другие вот, компании. Послушай, вот закончила... Real Good Solar, еще другие... Нашу школу ты закончила в 2005 году, судя по тому, что резюме я тебе делал в 2005, оно у меня сохранилось. Да. А вот как долго ты работу искала первую? Первую работу искала недолго. Ну, типа чего? Ну, типа сразу нашла. Ну, хорошо, но у тебя есть хороший опыт в этом. Не, ну это было как бы, типа, интершип, в принципе, скажем. Если после интершипа работала. Да, после интершипа. А после интершипа тоже как-то меня сама нашла работу. У меня как раз компания закрылась, и я это самое... То есть после интершипа я осталась в той компании. То есть первая работа, да, это была конвертация из практиканта в сотрудники. Да, да, да. Ну, а потом компания, поскольку это был стартап, она, типа... Закрылась. Ну, ладно. Друзья, на этой радостной ноте вот мы с вами прощаемся и закрываем нашу тестовую съемку. Так, наш админ машет вам ручкой. Я пойду посмотрю, что получилось.